сегодня в общем Херсонской, Запорожской области, Донецкой Народной Республики наши подразделения в количестве 10 тысяч человек, подразделения Министерства обороны, Росгвардии, все подразделения «Ахмат» готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего. Те прорывы и те места, которые сегодня заняты, несколько городов, сел, которые в Харьковской области и на других линиях фронта, которые сегодня зашли нацисты, сатанисты, шайтаны, мы вам покажем, как мы говорили тогда, когда мы заходили в Мариуполь. Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого вам теперь, как и в Мариуполе, не уйти, как в Лисичанске, в Попасном, в Северодонецке. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, и вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас там, где мы будем вас встречать. После чего мы будем наступать по всей линии фронта Донецкой Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Харьковской, везде, и мы освободим Украину. Нет никаких сомнений. Те, кто нам не верил еще тогда, когда все начиналось в Мариуполе, поверили тогда, когда эти псы, сатанисты, фашисты, нацисты, шайтаны сдавались, плакали как женщины, даже не как женщины, а как шайтаны. Мы все это видели, так что ждите, скоро мы с вами закончим. Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!